Партийцы окружной столицы, участники предварительного голосования и активисты волонтерского центра «Единая Россия» провели экологическую акцию по уборке прибрежной полосы от стелы «Счастливый путь» до промышленного причала. По итогу работы они собрали 15 мешков с мусором. В минувшую субботу на берег Анадырского лимана вышли партийцы окружной столицы, участники предварительного голосования и активисты волонтерского центра «Единой России». Они присоединились к международной экологической акции «Чистые берега Евразии». Снег растаял, обнажив скопившиеся за зиму грязь и мусор, банки, пакеты и прочие бытовые отходы. Береговую зону от мусора партийцы очищали в течение нескольких часов. Причем им пришлось сражаться и с целыми залежами металлолома. Мы вышли, партийцы, на береговую полосу, чтобы привести ее немножко в порядок, убрать тот мусор, который образовался в период жизнедеятельности здесь человека, которые приезжают на берег на пикники и для того, чтобы провести какое-то время. Хотелось бы, кстати, используя ваши, так сказать, возможности, обратиться к горожанам. Берегите наш город, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорничают. Вот это место, оно, по-моему, ни один человек здесь не проходит мимо, и каждый здесь бывает. Ну и мы всегда видим, что здесь все время грязно. Пивных банок больше, чем камней, знаете, и бутылок из горячительных. Мне кажется, здесь надо поставить какие-то емкости и убирать их. Вот. Конечно, очень много всякой бумажной тут, бумажного мусора. Мы даже хотели тут костер развести, чтобы разжечь и сжигать. Я думаю, что в течение лета еще к дню рыбака тоже надо будет еще делать эти субботники и убирать. По итогу работы представители партии собрали 15 мешков с мусором. Акция не разовая. Партийцы планируют в течение всего лета собираться на такие субботники. Анастасия Матросова, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.